На барсе певица Виктория Книжевская, участница проекта «Голос». Кто у вас тут поет? Я вроде такая, ну я пою. А ну-ка давай-ка нам что-нибудь спой. Прямо вот в таком формате. Я, естественно, как бы стеснявшись, помню, спела им Бьонсе, Хейло. Такая, знаете ли, заявочка. За мной закрепилось, что я ивановская Бьонсе. Но это я не специально, это правда искренне. Просто мне очень нравится этот артист. Русские песни очень сложно петь. Да? Ну, конечно, очень сложно. Сложнее, чем английский. Да. Я знаю, что я это спою, потому что я знаю, как это. Я академический вокал спою, и народный вокал, если надо, спою. Но на массу не хочу, потому что зачем мне себя так позорить-то? Я же знаю, что у меня получается лучше. Проект «Голоса» — это очень такой серьезный проект, фундаментальный вообще проект. И к нему, конечно, нужно быть не только вокально готовым, но и морально. Я должна сделать так, чтобы они все повернулись. И, как минимум, я должна сделать так, чтобы у меня осталось классное видео с Первого канала. Я, на самом деле, в этом вижу вообще огромный рост для себя, потому что как раз-таки Уитни Хьюстон, да, фу, да, типа, спою. А вот Успенскую, извините.